Это видео про роспись пекарни «Ватруш». Пекарня находится в городе Клин. В Клину несколько пекарен «Ватруш», есть они и в других городах Московской области. Замысел росписи был в том, чтобы оживить стены. При обустройстве сделали такие ниши посреди имитации кирпичной кладки. Вы их чуть позже увидите. Вот какое-то время заведение с ними проработало. Там размещали пластиковые накатки с рекламой. А когда обратились ко мне за помощью, чтобы поменять пластиковые накатки на меловые доски, я предложил использовать эти ниши творчески для ручной росписи. В росписи изображен фирменный персонаж «Ватруш». Это их логотип, такой поваренок. Ручная роспись вместо пластиковых заготовок в этом случае не просто дополняет интерьер. Пекарни «Ватруш» всю свою продукцию делают сами. И кондитерские изделия, и хлебобулочные изделия, и кулинарию, и полуфабрикаты. И ручная роспись в помещении, и рукописный курсив. Все это подчеркивает, что все здесь для посетителей изготавливается вручную. Все теплое и ламповое. И даже QR-код, который ведет на страницу отзывы в Яндекс.Картах, тоже нарисован вручную кисточкой и краской. Вот такое получилось симпатичное место. Вот так мы использовали пустое пространство на стенах пекарни «Ватруш».